Я говорю, вот она переживает. У других детей мамы на работу каждый день ходят. Некоторые даже в субботу, воскресенье. А я сегодня пойду на работу. В выходные что мы будем делать? Играться, да? Мы еще одежку новую купим всякую для куколок. И будем играться. Только проснулась, еще даже в душ не ходила. Ленка завтракает. Жужук с Тео уехали на теннис. Я не включаю пока телефоны, потому что тогда придется точно проснуться. Так что всем привет. Сегодня нанесла прозрачную маску на лицо для того, чтобы растянуть его, потому что оно у меня всегда помятое с утра, как вы видите. И теперь включила телефоны и поехала жизнь. Муж мне говорит, мол, подготовь какие-нибудь серии Netflix, потому что сегодня впервые будет идти дождь. Постоянно солнце палило жутко, а теперь не палит. А я думаю, наоборот, это же самое клевое время для уборки. Открыть все окна, чтобы дом прям, знаете, продышался хорошенечко этим воздухом дождливым. Но дождь пока еще не пошел, но уборка в голове уже где-то засела. Ну и тем более целую неделю не убирала, поэтому... Сами понимаете. Но сегодня у нас в планах с Леночкой приготовить шоколадный пирог. И у нас сегодня спа-процедура для волос. Да, потому что я себе как-то... Ой, что это чуть не упало. Я себе как-то сделала процедуру из кокосового масла. И она тоже попросила. Но я взяла и немного нанесла. Потом, когда мы помыли волосы, у меня нормальные были, а у нее вот такие букляшки были, такие красивые. Она говорит, давай еще раз сегодня сделаю. Ну вот мы сегодня будем это... буклить наши волосы. Но я от своей идеи не отстаю. Я буду одно дело какое-то делать, которое я обещала Леночке, потому что она вчера так расстроилась, что опять мне на работу надо идти, что я ей пообещала, что я сегодня буду с ней играть. Поэтому сегодня одну комнату убираю, одно какое-то дело, которое я ей обещала. Опять одну комнату, одно какое-то дело. Но сначала мне надо кое-что закончить, потому что я вчера не успела. Поэтому сначала за компьютер. Сначала сделаем пирог. Ой, да ладно, другой рукой держи. Добавляем какао. Почти готово. Я знаю, что она сидит тут на столе. Ждет. Ты даже не пирог тот хочешь, ты это тесто хочешь пооблизывать, да? Дочь моя партизанская. Я и того, и другого посыплю немного. Вот у нас шоколадный пирог с шоколадной начинкой и с шоколадной посыпкой. Для шоколадных деток. Так, как я говорила, одно дело с Леночкой, одно дело по дому. Одно дело из-за... дел, в которых я отстаю, одно дело по дому. И следующее дело по дому, это будет собирание какашек, потому что если сейчас дождь пойдет, они все расхлюпаются, и их собрать уже будет очень трудно. Поэтому лопаточку, это пакетик, и пошла-пошла по саду. Вообще, я обычно, когда мусор выбрасываю, заодно прохожу и тихонечко нам собираю вот какашки, и потом выбрасываю их в мусорку. Но я уже выбросила мусорное ведро, а тут только застелила, поэтому возьму какой-то пакет и в него поскладываю. Не переключайтесь, не буду я показывать, как я собираю какашки. В это время уже и пирог приготовился. Пышненький такой получился, хороший. Следующее по плану, два архивных видео. Что это значит? Два архивных видео в день, это я переношу с этого канала на другой. Все видеовлоги, их там так много, что мне где-то на год работы. Почему это сделала? Мои собственные принципы и правила, так я решила. Ну, собственно говоря, почему бы и нет. Этот канал, который называется «Семья Френу. Французские будни». Потому что потом я просто разделю это на две части. Это пусть будет мой канал, а то пусть будет общий. Жужук и Стео едут домой, спрашивают, а что они дома покушать есть? Нету, конечно. Я же постоянно рассчитываю, что муж купит и приготовит. Поэтому сейчас пытаюсь быстренько приготовить какой-нибудь пирог овощной, чтобы хоть чем-то их покормить, потому что уже 1:30.
Смешала остатки замороженного лука-порея. Здесь нашла какой-то картофель с ветчиной замороженную. Сейчас тоже это разморожу. Нашла заготовку теста. Нашла еще лук в холодильнике с петрушкой. Тоже туда. А сюда немного йогурта, 2 яйца, соль и томатная паста. Кстати говоря, этот сыр пармезан тоже туда пойдет. Тут совсем немного капелька осталось. Сейчас я из ничего что-то сделаю. Теперь эту байду можно на готовое тесто. Заливаем полученной смесью. Нарезаем сыр, который здесь совсем тоже кусочек остался. И вот такими кусочками тоже покидаемся в пирог. Конечно, моя кухня сильно отличается от кухни Жашуки. Духовка быстро разогрелась. В ней же был совсем недавно пирог шоколадный. Теперь будет пирог из остатков. Кажется, дождь начинается. У нас опять ветка вот эта сломалась. Надо ждать, когда кто-нибудь приедет и сможет ее отрезать меньше, чем за 150 евро. Поэтому вместо уборки в одной комнате, как планировалось, убрала все полотенца возле бассейна, все игрушки пособирала, потому что, ну, точно пойдет дождь. И посудомоечную разберу, но у меня такое впечатление, как будто я ее просто собираю и разбираю, собираю и разбираю. С тех пор, как дети дома, мы только и делаем, что едим и пьем. Угу, блин, одну выгрузила, вторую загрузила. Какой-то, блин, круговорот посуды в природе. Я могу сколько угодно, конечно, ругаться, что я эту посуду складываю, выкладываю, но все равно говорю Богу или кто там за это ответственный, спасибо за то, что у меня есть посудомойка. Без нее я бы просто не выжила. Ура! Пошел дождь! Да-да-да, прям пахнет дождем и свежестью. Слава тебе, Богу! И мой овощной пирог готов. Румяненький, вкусно пахнущий. Пирог из ничего. Ой, ржака, блин. Вышла на крыльцо и вдыхаю глубоко-глубоко. Ну, свежий же воздух, приятно. Стою такая... И Джеймс так странно-странно реагирует. Такой хоп, сразу на ворота смотрит. Ну, они же носом только понимают, пришел там кто-то или не пришел. Такой, думаю, что, учуяла кого-то? Никого я не учуяла. Просто стою, дышу воздухом. Тебе, наверное, это не понять. Видишь, как я дышу? Бежал мокрый, заходи скорее, заходи, давай заходи, ты мое сокровище сладкое. Стой, ровно сделаю тебе фасциальный массаж, смотри, стой, вот так, и туда ближе к ушам, продвигаем, 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 кожа так, лицо натягивается, и скулы выглядят более уверенными, да. А это то, каким получился пирог. Смотрите, мягенький, как губка прям. Это я не лохматая, это я занятие для спины делала. Муж пришел, шоколадку принес, не знаю, чего хочет. Зачем ты мне принес шоколад? Я не знаю, что хуй, но... А, потому что я люблю шоколад. Ну, ясно. Давай, Семенович, показывай свои покупки. Так, это новая защита. А почему розовые? Тебе нравятся такие? Окей. О, c'est trop stylé. C'est un prédateur, ça. О, c'est trop stylé. Это его новые кроссовки для футбола. Вау. C'est trop beau. Я на какой-то что-то. А еще что-то купил. И это поликое. Это что ты хотел? En fait, nous, on n'a pas trouvé de Yeezy. Oui, mais c'est presque pareil, c'est la même. Это уже он хотел Adidas Yeezy, а ну это что? Это Kappa. А я у тебя покупала как-то Kappa, помнишь? А. Ну все равно. Et on a pris ça parce que comme ça on a déjà des chaussures pour l'école et on pourra les commander. А, поняла. Они купили это, чтобы уже хоть какая-то обувь к школе была, а уже закажут через интернет, какой он хочет. Все равно они прикольные эти тоже. On n'a pas trouvé du 36, du coup on a pris du 37, mais plus les lacets, du coup ça va plus serré, du coup c'est que ça. То есть ты носишь 37 размер обуви. Как я. Vas-y, tu fais sport. Ben oui. Померяй. Окей. И много. И много плюс.
peux te remplacer à ton travail. Ты хочешь меня заменить на работе? Ну это он меня копирует, как я на работу хожу. Посылка пришла. На! Его. Масочку ее купили с единорогами. В Каннах в школе дети с 11 лет должны маски носить, а в школе в Мужен с 3 лет, по-моему. Нам, получается, не нужно, мы в каннскую школу ходим. Ну, купили на всякий случай. Да, дети теперь автоматически умеют маски одевать. Вот это да. Ну, мне как-то стыдно это сказать, но ты трабель, очень красивая в этой масочке. Ну-ка, покажись. Твой размер. Ну, вот так вздохнула. Ну, вот такая жизнь теперь. Это что за новое украшение здесь кошачье? Ну, что ты все роняешь? Или это ты? Видишь на этих дураков? А, да. Грома боишься? А ты нет? Он хотел выйти, но, видимо, передумал. Передумал. Сказали, вот Tour de France проводится, ну, велосипедисты у нас здесь, кстати, на Лазурном берегу это проводится. Сказали, только главное, чтобы это, людей не было. Нету практически. Посмотрите, там тысячи просто людей возле дорог стоят, хлопают. Ну, еще же в масках, но все равно, блин, могли бы аннулировать это. Потому что все другое аннулировали. Даже, например, фестиваль de Plaisance, который, ну, выставка яхт. Ее отменили. Какой сосис? Та-дам! Ничего не изменилось. Целая кастрюля одежды. Надо разобрать. Уже время ужина. Ну ты ржешь. Сегодня едим здесь. А почему? Потому что на улице дождь идет. У нас есть такая штука, ну, которая сдерживает солнце, но не дождь. Потому что если туда нальется дождь, то она поломается просто. Поэтому ужинаем сегодня в доме. У нас сегодня на ужин курочка с салатиками, из салата и помидоров. А для особо безнадежно голодных картофель фри домашнего приготовления. Жужукиного. Все говорят, Жужука стал лучше выглядеть. Прямо он хорошенький. Да он всегда хорошо выглядит у меня. Сокровище мое. Он просто бриться стал чаще. Все потому что весь мир говорит, что у тебя очень свежий в этот момент. Весь мир говорит, что ты очень красивый. Жужу, я напомню, что это мой. Почему ты красивый? Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.